Чикаго. А значит, до Лисички безопаснее добираться по тоннелям возле Рокси. Удачи, Амика. Я знал, что если много... Все чисто. Здесь просто несусветно. Это рассадник крыс какой-то. Мусор отсюда можно вагонами вывозить. Ты больной, что ли? Не зря ж говорю, воняет дико. Подозреваемый белый лысый мужчина лет 30-40. Эй, от кого вы пьете? Понял. В каком дело?